И всем привет! Вы на канале Мистер Маша. Сегодня я вам покажу, как сделать из какао и из меда похожую консистенцию на шоколадную пасту. Собственно говоря, на нутеллу. Для этого нужно мед, какао, соответственно, емкость, куда мы будем ложить нашу смесь, и ложка. Насыпаем 3 ложки какао для первой пробы. 2 чайные ложки какао. Потом берем у меня вот такой вот медик. И насыпаем туда тоже 2. Посмотрите, вот так вот это выглядит. 2 ложки меда. Или, да, 2 ложки меда хватит. Они у меня с большой горочкой. И просто потом это все вот так вот надо промешать. Потом будет складываться вот такая вот штука. И если не хватит какао, если не хватит меда, то можно просто его добавить. Надо мешать долго, чтобы все схватилось. Например, не хватает, я добавлю еще меда, но другой ложечкой, это грязно. Но думаю, только точно хватит, что у меня на низу осталось лишнее какао. И опять все хорошо размешиваю. Должно получиться вкусно. Я себе такое делаю каждый день. Я не очень люблю нутеллу. И не всегда она у меня есть дома. А мед с какао всегда. Размешиваем прям хорошую массу, чтобы она стала почернее. Она уже начала просто отлипать от ложки. И получается вот такая вот смесь. Так вот это выглядит. Довольно вкусно. Нам можно еще даже чуть-чуть помешать и по вкусу добавить себе орешков или изюма. И получается вот такая вот консистенция. Посмотрите. Давайте попробуем. На вкус даже очень вкусно. Прям как шоколадная ириска какая-то. На нутелла это похоже даже чуть-чуть. Даже очень вкусно. Всем пока. Спасибо за просмотр. До свидания.